друг твой тоже после этого в жопе, блядь. Просто потому, что ты решил поиграть в футбол на приставке, блядь. Кто виноват? Футбол. Капитализм. Капитализм. Привет, друзья. Сейчас мы с Райзеном будем играть в FIFA. Проходить драфт. Не ожидали увидеть такое у меня на канале? Но я тоже не думал выкладывать. Но сейчас самое время. Знаете, почему самое время? Да потому что EA взяла и просто выкинула всех российских киберспортсменов из своих турниров. В том числе нашего друга Антона Кленова. Выкинула вероломно, не дав сказать ни слова в свою защиту. Хотя почему Клен должен защищаться? Он никогда не говорил о политике, никогда не выкладывал фотографии с какими-то политическими деятелями. Он всего лишь развлекал детей, учил их играть в FIFA во всех странах бывшего СНГ, и не только там. Клен был исключительно интеллигентен, добр. И выгонять его, ну это просто нечестно. Особенно нечестно от компании канадской. Мы же все знаем, сколько россиян играет сейчас в национальной хоккейной лиге. Но их никогда не выгонят. Какие бы фотографии там ни были. Знаете почему? Потому что они приносят много денег. А Клена и от остальных простых ребят, абсолютно простых ребят, можно избавиться вот так. Так что здесь нет и речи, уж простите, ни о какой поддержке Украины. Это исключительно пиар и желание выслужиться, потому что смысла в таких решениях нет никаких. Но еще о FIFA. Я скажу о ней в конце ролика, достаточно мощной тирадой, которая была сделана еще до вот этого решения. Так вот, FIFA в детстве в моем, это была игра, когда ты можешь просто купить диск, если ты в порядке, побеждать всех и радоваться. Но сейчас это казино, лото, все что угодно. Это игра, которая изымает у тебя деньги. Она тебе говорит, если у тебя нет денег на паки, то ты ничтожество. А паки, которые ты открываешь... Привет, ребята! Я сменил локацию, и нас обыграл только что Сучий Глаз. Я покажу, как он это сделал вот в этом видео, потому что там мы собрали лучший драфт в истории драфтов. Реально, блин. И показывали лучший футбол в истории футбола. Забили много мячей. Комбинационных. И только какая-то бичара, которая играет на скрипто, который я, возможно, даже какие-то коррупционные схемы мутил с FIFA, он нас победил. И нам потом что с игрой сделали? Ее поменяли, передачи не проходили. Вот. То есть это явно что-то там Федун виноват. И мы скачали новую игру без Федуна, без Заремы. И сейчас будем показывать в единственном формате, как выигрывается драфт и получается карточка Роналдо зубастика. А, вот такой ты хочешь? Да. Пойдем, а если я выиграю Роналдо зубастика, я за сколько денег могу ее продать? 50-60 рублей. Я думал, дороже. Ну ладно. Ребята, уже у человека, понимаете, он говорит, я FIFA закинул так, чисто. 20, он уже не считает для него так чисто. Погнали. Ну, мы идем опять в драфт онлайн. Драфт онлайн. И так как мы в прошлый раз хорошо сыграли в драфте, нам сейчас должны нормально дать. Ты в тот раз собирал. Давайте. А, я? Не, собирай. Схему мы знаем. А сколько ты вкинул? Не знаю, у меня денег мало. У меня 6 МКЛа кикнули, у меня откуда деньги? Я после этого все, 4-1-2-1-2, да. Здесь без флангов, говно. Ну, здесь без флангов, я согласен. У нас вообще все тактики. Не, это скал. Все тактики дерьмо. Ну, 4-1-2-1-2 надо брать в любом случае. А у нас кто будет? Вот у нас выпадет Салах, ЛП. Но у нас тут центральный полузащитники нормальные. Мы его на бенч поставим, Салаха. Ну, давай. Диман, пожалуйста, не кричи, у меня нормально микрофон записан. О, Пеле? Да. Но это французская лига, но мы ее можем законнектить с Мбаппе, с Неймара и Месси. Да. Потому что остальные эти полубичи. Да, вот хорошо, что ты это сказал, мы на стриме еще, поэтому не забываем разный уровень. Ну, полубичи это... Да, разный уровень цензуры. Там и там. Полупляж. Успокоимся сейчас и запишем. Опа! Мбаппе! Мбаппе! Все, что нужно, всегда совпадает. Зеленый коннект. Я не знаю, как ты так собираешь. У тебя просто прямо идет. Я сейчас... И кто здесь? Еще? Давай Бен Йедер. Вот реально Бен Йедер бы был нормальный. Он неплохой в игре. Ой, ну тоже насыпало, блин, слушай. Я за Левандовски не играл, но Лукаку жесткий, я тебе так скажу. И АПЛ довольно популярная лига. Блин, это сложно. Но они по-французски же разговаривают с бельгийцами. Уж у них лучше. Поймут друг друга? Ну, ты ну ты давай, кого... Подожди, во-первых, подожди, вот ты бы кого взял? Левандовски? Мне кажется, что он медленный совсем. Давай этого возьмем. Да, вот это 84. И с Англии сейчас его законнектим. Сюда нужен по-любому. Прикинь, Хайерс какой-нибудь.
Не, какая-то шляпа пошла. Да, ну Оксли Чемберлен нормальная карта, и он ему дает типа желтый лин. Это неплохая карта, реально. Так. Надо брать по-любому, надо брать по-любому. Гуе. Давай Гуе. Ну, Паредеса в атаку лучше. И он еще в России играл. То есть он закаленный. Паредеса надо брать. Ну, я бы Паредеса взял. Давай брать Паредеса. У него и нация, типа, более распространенная в игре. А, и у нас там, ну, зеленый канал. Вот это, понятно. Да. Если что, переставим его. Пацаны, туда. Пожалуйста, дайте. Вайналдум. Ну, надо Вайналдума, потому что, подожди. Ну, там ПСЖ зеленый коннект пойдет. Да, и ПСЖ, и с этим, и с этим. Давай Вайналдума. Во, видал? Вот, это вообще четко. Ну, справа, конечно, четко. Справа сейчас у нас появится там какой-нибудь братан. А здесь нам кто? Здесь нам... О, Амави. Зеленый? Да, это не зеленый, это желтый, но он из его лиги. То есть это оптимально. И он француз. И сейчас нам француз, давай. Да, Упамекана. Ну, Гомес. Ну, Гомеса возьмем из этих. Ну да, он хотя бы что-то бегать может. Ладно, вот сюда может быть. Нам Гомеса туда передвинем туда. Сука. Ну, Девриш, короче, смотри. Девриш может дать сыгранность, если мы поменяем Вайналдума, поставим. Если мы Вайналдума на Цопа поставим, с одной стороны. Ну, по-хорошему надо Девриша брать, если честно. Потому что мы поставим сюда Вайналдума, помним? И он даст ему сыгранность. Не Рубена Диэш. Ну, Рубен Диэш карточка, я не знаю. Но зато физика большая. Думаешь, Диэша? Ну, ты сам решай. В принципе, можно и Диэша. Вот это, конечно, идеальный вариант. Ну, он идеальный, но куда? У него, он из Ла Лиги, но у него, видишь, у нас линков нему нет. Что, давай Диэша? Тогда просто вратаря повесил, и все, нормального. Вечное все. Сука. О, Алекс Арнольд, ты чё? Все вообще всё, отлично. Вообще идеал. Просто, вот мы вот здесь получили нормальный коннект, сейчас еще вратаришка придет какой-нибудь из хороший. АПЛ, просто любой из АПЛ хотя бы. Ну это чё, прикол? Ну Бегович, ну это... По 60 всех дали нам. Это пиздец, конечно. Вот когда так подкидывают, это значит, что они мошнят. Но в любом случае уже не так. Да сейчас нам дадут нормального. На, дали, бля. Спасибо. Да все какие-то эти начали. Бертран Диас. Что за команда с Розой? Ну, говоришь, у него статы ничтожные. О, подожди, Санчес. Но с другой стороны, зачем он? Хендерсон лучший вратарь. Возьми Хендерсона на ворота. Он железобетон лучше, чем этот, блядь. Вот, это уже хорошо. О, и Линк. И смотри, а если мы Хасана Адоя поставим? Погоди. Давай, что-нибудь. Да нет, подожди. Но у нас все равно хороший драфт. Нам надо просто вратарь, это сейчас тренера из АПЛ. И он плюс 2 даст? И мы нормально будем, да. Спасибо вам. Спасибо, блядь. Кто на вид самый нормальный? Ты знаешь, сейчас турки себя неплохо на международной арене проявляют. Да, давай. Так, подключил все. Нам нужно просто выиграть один матч. Но мы играли не так плохо, чтобы слить первый же матч в прошлый раз. Мы отлично играли. Мы там... О, боже, что у тебя за состав? Роналду, Джо Кол, ёп. Бля, ну этого, честно сказать, типа нечестный сквад. Ладно. Причем у него карточка Роналду, по-моему, какая-то с этими. Да, которая поднимается рейтингом. Типа, если они 5 игр выигрывают, понял, она плюс 1 дает. Из 9 игр домашних, если 5 выигрывают, ему плюс рейтинг. А ты, кстати, что происходит? Это твой. Ты, кстати, знал, что этот Дехея воровал шмотки в магазах? Да? Я знал, что у него... Ага, до свидания. Вот тебе Хендерсон. Я знал, что у Дехе вроде как жену украли. А, или нет, или не у него. У Куртуа. Нет. Куртуа и жена Дебрюйна изменилась с Куртуа. А, нахер я тогда Дехе вспомнил. Ну, короче. Понятно. Что-то не так, короче. Как вот он сохранил? Бля, передача прошла. Фу, Хендерсон. Хендерсон тянет просто нас. А что у нас так в это шпекают-то? Объясните, пожалуйста. Да пока не шпекают, все нормально. Запомни, пока гол не пропустили, все хорошо. Да куда ты отдаешь? Ты сколько можно этой херней заниматься? Да, Диман, это FIFA. Это какая-то напряженная игра. Сука, Хендерсон вообще красава. До первого гола как будто неплохо. Но не прошла. Сука! У нас вообще ничего не проходит, сука. Понятно, все. Нормально. Ага. И ему мяч. Бля, не, Хендерсон. Пока ты на Хендерсона нафлексил. И он, смотри, что я флексил, он на нервах поэтому. Все тащит. Блин, это просто какая-то напряженная игра. Ну, воды надо выпить. Просто блядь. Без всего, без моментов. Вот сейчас он не точно отдать. Ну что за говно гол дает заброс, блин? Не, воды выпить срочно. Блядь. Кувыркается нахуй, когда так покувыркаешься. Пожди, не давай передачу, дай воды выпью. Меня знаешь, что бесит? Что они на рандом мячик забрасывают? Нормально. Я думал, пенальти хочет дать. Давай. Да не, он читает. Не-не-не-не-не! Но! Что за пас, ты видел? Эй, это Бекхэм. Прочитал, блядь? Прочитал он? Над Киллиана, Таша! Так, ну сейчас у него очко-то играет уже чуть-чуть. Ну не очко, очки. Три очка за победу. Да.
Да, Дима, лучше не заводи на Твиче, конечно. Так, давай замены модные сделаем. Ты думаешь, сейчас стоит? Да. Я бы Тонали. Тонали, давай, убирай Паредоса. Он медленный. Чемберлена убирай, к черту. Трауре. Ачимпон. И Бертран Диас вместо Вейналдума. Ты точно хочешь этого Бертран Диаза? Да. Ну, я понял, ты просто хочешь быстрых игроков на поле, да? Вот сейчас, вот да, именно. И я бы еще поставил тактику атакующую с ним. Не, подожди. А ну-ка на этого. Бля, Лукаку меня бесит, не? Очень плохо играет. Просто он какой-то, как будто вообще не двигается. Хотя скорость нормальная, ну 84. Ой-ой-ой-ой. Выходить? Нет. Выйду. Гений на Хендерса, нечестно сказать. Ну, я не знаю, что это за пас. Ну, просто куда вот он дал его, блин? Ну, пока игра ведет себя так, что мы должны слить. Вот. Нормально. Блин, ну почему Тонали не выиграл? Да все мячи его, давно уже ясно. Чувствуется, когда вот эта тема, да, как да, будто да. Судья, блядь. Жестко! Я забыл, я уже думал, ты с мячом, я джойстик не трогал. Когда я смотрю, да-да-да, это мой типа значок. На, получай. Давай. Принимать! Сука! Бля, вот опять когда нам такие забрасывают, блядь, у нас игроки теряются. Нам для того, чтобы гол забить, нужно вообще двоих обыграть, штангу попасть. Не, еще рано времени. Да вот, все норм. Отдай. Ну я не могу за него развернуться, блин! Сука! Просто он как будто танкер какой-то ебучий, блядь. Вот у нас. Что это, блядь? Что это, блядь? Это нормально, по-твоему? Это, блядь, по-твоему, нормально? У нас этот кудесник сломался еще. Бля, Лукаку. Давай вот так сделаем так просто. А Чемпонга вот так, а он пусть в центре поля жопой своей, блядь, людей, блядь, толкает, блядь. Мбаппе вообще не оправдывает ожиданий. Ну так-то он забил у нас два. Ну, один. Угу. Ну, он Рэп, просто мы поднимем фланг. Что-нибудь. Поймай, 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 бля, поймай. Хендерсон просто... Ты видел, он ногой потащил. Да, это просто какой-то гений реальный. Бля, я не знаю, вот просто сложно. Он все, что хочет, делает. Иди нахрен, сука. Да, я тебе говорю, это игра. Она сейчас специально сделает, чтобы он через 5 рикошетов нам забил. Держимся, мы в контратаке можем дать. Главное, не фали в штрафной. Просто Хендерсон, no cap. Я не могу за него играть, блядь. Просто не могу, блядь. Я за него 3 раза мяч потерял, потому что он не поворачивается. Красно. А, не, нормальный тактический фол. Сука. Как? Опять его. Я тебе помнишь, говорил? Что игра сделает все, все рикошеты, чтобы мы пропустили. Ты видел, сколько раз мы мяч отняли? Давай, у нас последняя атака. Ну, сука. Подожди, зря ты это делаешь, придурок, блядь. У нас еще атака есть. Я выбиваю туда. Просто вперед выбивай со всей дуры. Уже крыша. Да иди в жопу, блядь. Ну это бред, блин, он говно по нас забивал. Блин, мне поэтому FIFA не нравится. Ты чувствуешь эту хрень? Ёбаная жизнь, блядь. Все проебал, блядь. Аутро записывать не будешь? Что это? Выход? В конце до ролика. А куда смотреть? Оп, все. Вот сюда, в камеру. Вот она. Что такое? Я, блядь, готов. Короче, пацаны, не знаю, как играть в эту фифу, потому что она вызывает вот очень много раздражения, злости, желания играть еще, понял, желание там, возможно, какие-то там паки покупать и так далее. Это, короче, пацаны, развод чертов невероятный. Дима, надо записать это разоблачение просто, на это, фифу. Это просто, это сука. Я вам отвечаю, это вот... Запрещены, да, там что-то там, ну кто, каперы там запрещены. Запрещены там люди, которые обманывают, еще там вымогают что-то. Но здесь мало того, что из вас деньги будут тянуть, из вас, чтобы вы там маму просили: «Мама, дай мне, пожалуйста, на карту или открой мне 6 тысяч, чтобы у меня было 12 тысяч поинтов!» И ты сел за эти 12 тысяч поинтов, вот такую вот залупу, свои там немного лет, соснул, потому что тебе выпал
Кевин Фолланд, блядь, какой-нибудь Ачерби, Хуерби, и ты как мудофил, у которого даже, блядь, на руках нет этих карточек, которыми ты можешь там играться, они я через не год знаю, порвать, сжечь, да, там, сохранить на память, они у тебя еще исчезнут. Через ты год. Впилил эти бабки, у тебя одна мысль, блядь, я въебал бабла на это, надо больше, я отыграюсь, блядь, возьму себе пиздатую карту, все уебутся, какую, блядь. Денег въебусь, супер золотой премиум набор возьму, блядь. Открываешь тут ебаный премиум, блядь, набор, а у тебя там, нахуй, Фабиньо, блядь, 86, нахуй, за 1000, блядь, поинтов, блядь. На, сосание, блядь. И ты думаешь, ебаная жизнь, блядь, наверное, надо пойти, блядь, и еще, нахуй, карту взять, блядь, в банке на 100 кусков, блядь. Кредитную. На кредитную, нахуй. У нас пока еще нет интеграции, пока не подскажем, какую никак, банку. Какую-нибудь, блядь, напиздюхал эту кредитку. Это только начало, что ты эту кредитку напиздюхал. Открыл этих паков, и тебе выпал, ебаная жизнь, блядь, настоящий ебаный Холланд, блядь, и думаешь, ебать, заходишь, а там 20 тысяч он стоит монет, блядь, и думаешь, ебаная рама, блядь. Блять, все бабки въебал. Куда идти? Подожди, блять. На завод, блять, работать. Хуй, ты идешь, блять, и друга своего говоришь, блять, братан, дай паспорт, ебать. Очень нужен, блять, посмотреть. Так, пошел. Эти схемы мы не поддерживаем. Не поддерживаем, блять. И не пропагандируем. И друг твой тоже после этого в жопе, блять. Просто потому, что ты решил поиграть в футбол на приставке, блять. Кто виноват? Футбол. Капитализм. Капитализм. Пока.